Стихотворение я обсудил в нашу легенду. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Я очень доволен результатами прошедших выборов. Алло, вот, ну все нормально, пришел? Да. О, поздравь это с выставкой, международной книжной выставкой. Здравствуйте, что поздравляем. Нила Федоровича, наш президент, ну, наша сила, право и честь. Да, да, это было написано. Ничем, что все поддержали гранд-финал. Красные стихи. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Несите нам честь. Владимир, Владимир, Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года и поздравляем с самым прекрасным праздником, днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вы представляете, самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. А вот прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, в ней сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года и поздравляем с самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. Прекрасно. Прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, это не сила и право. Ура! Прекрасно. Вот они всегда. Все звезды собрали. Вот он, Московский международный кинофестиваль. Сегодня здесь собираются все мировые кинозвезды. Закрытие? Вот здесь будет открыто. Здесь? Да, на красной дорожке. Когда? Сегодня. А сегодня здесь же будет репетиция военного парада. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем с самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Нет, да, это было написано еще 19 лет назад. Красные стихи. Да, есть другие. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрались. Владимир Путин, вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. Красные стихи. Да, есть другие. Наша Россия, великая страна, не сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они всегда. Все звезды собрали. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. Прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, не сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они всегда. Все звезды собрали. Владимир Путин, мы самый знаменитый сейчас популярный фильм 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского фестиваля. Прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Уважаемый Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Министр Медведский выдвинули Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года. И уже все мировые кинозвезды, Жерар Депардье, Жаклин Бисет, Милен Демагдо, Филипп Киркоров,
Михалков, Меньшов, все поддержали. Гран-при Московского фестиваля, настоящей триумфальной победе на выборах. 19 года, а вот Владимир Владимирович. Красные стихи. Да, если наша Россия, великая страна, сила и правда. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Славы, честь России. Владимир Путин, Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборах 2024 года. Мишустин. Поздравляем сам с прекрасным праздником, великой победой из Гран-при Московского фестиваля. Самую лучшую в мире поэму, посвященную, которая ты начал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, наш президент, в нем наша сила, право, честь. Это было написано еще Владимир Путин. Красные стихи. Наша Россия, великая страна, сила и правда. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборах 2024 года. И поздравляем с самым прекрасным праздником, с днем великой победы из Гран-при Московского международного фестиваля. Представляете, самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Герой нашей Родины. Президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Длится вам Родина еще во все века и дни. 19 лет назад. Красные стихи. А если наша Россия, великая страна, то не сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Здравствуйте, поздравляем. Сегодня собираются все мировые кинозвезды, кинофестивали, российские и зарубежные. Все собираются на церемонию, на красную дорожку в открытие. Вчера мы засняли, удержали Филипп Киркоров, Кузьмин, где-то выдающиеся музыканты, да, артисты все поддержали. Михалков, Мушниченко, все поддержали Гран-при Московского фестиваля Владимира Владимировича Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михайловичу Михайловичу Мишустину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Степану Владимировне Ледовичу Дедеву. И мы очень все поддержали победу, предстоящую победу на выборах 2024 года и выдвижение на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича на пост председателя партии «Единая Россия» Медведь Дмитрий Анатольевич. Сегодня собрали все мировые кинозвезды. Вот сегодня Володя Метлицкий, Володя Метлицкий, Лена, Дима, Ульяна, Ваня, Серафима, Стелла, Мила, Вика, все звезды собрались. Мы все очень любим нашего президента и очень просим Владимира Путина. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем с самым прекрасным праздником, с днем великой победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, почитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. А вот прекрасно, прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, то не сила и правда. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрались. Вот он, Московский международный кинофестиваль. Сегодня здесь собираются все мировые где кинозвезды. Закрытие? Вот здесь будет закрытие. Здесь? Да, на красной дорожке. Когда? Сегодня. А сегодня здесь же будет репетиция военного парада. Сюда будет. 29-го. Да, 29-й. Вот, так что сегодня тоже будем и героев снимать. Так что сегодня у нас большая программа. Все, можно включить? Сейчас, сейчас, одну секундочку. Здравствуйте, поздравляем. Нила, ты яркая кинозвезда, мы тебя ждем, специально кинофестиваль. На церемонию на красной дорожке в открытии вчера мы держали Филипп Киркоров, Кузьмин, торжественно проходит, выдающиеся музыканты, артисты все побежали. Наш президент, в нем наша сила, право и честь. Это было написано Мушниченко, все поддержали Гран-при Московского фестиваля Владимира Владимировича Путина. Красные стихи. Людмила Александровна, Мария Владимировна. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Мишустина, Михаилу Владимировичу, России, Владимир Владимировна, Александр Михайлович, России, всесильно
всех Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского народного фестиваля. Его представь, самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ну, это было написано еще 19 лет назад. А вот прекрасные стихи. А если наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они всегда. Все звезды собрались. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, у него наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. Прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Вот он, Московский международный кинофестиваль. Сегодня здесь собираются все мировые кинозвезды. Вот здесь будет открыто. Здесь? Да, на красной дорожке. Когда? Сегодня. А сегодня здесь же будет репетиция военного парада. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Нет, да, это было написано еще 19 лет назад. А вот прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они всегда. Все звезды собрались. Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного кинофестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. А вот прекрасно, прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они всегда. Все звезды собрались. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Ура! Это было написано еще 19 лет назад. А вот прекрасно, прекрасные стихи. А есть другие. Наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они всегда. Все звезды собрались. Владимир Путин, мы самый знаменитый сейчас популярный фильм 2024 года. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского фестиваля. Прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, наша сила, право и честь. Уважаемый Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Министр Медведский выдвинули Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года. И уже все мировые кинозвезды, Жерар Депардье, Клин Бисет, Милен Демарго, Филипп Киркоров, Михалков, Меньшов, все поддержали. Гран-при Московского фестиваля победе на выборах 19 лет назад. А вот Владимир Владимирович. Красные стихи. А есть наша Россия, великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Славы, честь России. Владимир Путин, Александр Владимирович Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Мишустина. И поздравляем самым прекрасным праздником, с днем Великой Победы из Гран-при Московского международного фестиваля. Вова, прочитай самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Это было написано еще Владимиром Екатерине
Владимир Путин. 19 лет назад на Ауди. Шишкин. Красные стихи. Наша Россия великая страна. Сила и правда. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Владимир Путин, мы вас очень просим разбираться на выборы президента России на выборы 2022 года. Поздравляем с самым прекрасным праздником. Ждем великой победы из Гран-при Московского Ромба. Чарли Веру Вайна. Самую лучшую в мире поэму, посвященную, которую ты написал, посвященную нашему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Герои нашей Родины. Наш президент, в нем наша сила, право и честь. Да, сегодня было написано Родина. Еще во все века и дни. 19 лет назад. А вот красные стихи. А есть другие? Наша Россия великая страна, сила и право. Ура! Прекрасно! Вот они все звезды собрали. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура! Включите с вами скандалировать, будьте любезны. Гран-при Московского фестиваля Путина Владимира Владимировича и победе на выборах 24-го Владимира Владимировича. Спасибо, наш Россия, наш президент, вас нашли правую честь. Прекрасный господин Киркоров, прекрасно поддержал выдающуюся триумфальную победу в Гран-при Московского фестиваля на выборах. Гран-при Московского фестиваля, прекрасно выдающуюся победу на наша Россия, наш президент, вас, наши годами, звезды мирового отечественного и зарубежного кинематографа, все собрались, чтобы поддержать президента. Восхищаемся, благодарим вас, Лужа Фрэнсис. Все собрались, чтобы поддержать московский мировой фестиваль с триумфальной выдающейся победой на выборах 2020 года Владимира Путина. Гран-при Московского фестиваля Путину Владимиру Владимировичу, Александровне Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным. Присутствие Михаила Владимировича, Владимира Владимировна, Александр Михайлович, Михаил Михайлович Пушкин, Юрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Медведь Ильич Медведев, герой нашей города, победимой армии, Россия лучше в мире, наша Россия, наш президент, ваша наша сила, правая честь, ура, великая победа России, велика, поздравляем, много счастья, здоровья, поздравляем, России, помещение, благодарим вас всех. Thank you very much. Please say good words about Moscow Festival. Thank you very much. Thank you. Гран-при Московского фестиваля Путина Владимира Владимировича, Фоси Владимировича, избираться на пост президента России. На выборы 24-го года. Спасибо, вы наша легенда. Благодарю вас. Спасибо. Наша Россия. Великая победа. Россия на века. Поздравляю. Много счастья, здоровья, успеха. Вас желаю. Поздравляем вас с московским кинофестивалем Гран-при Московского фестиваля Путину. Please thank you good words about Moscow Festival. Thank you very much. Very well. Thank you. Thank you. Мировые кинозвезды поддержали Гран-при Московского кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину. Наш Россия, наш. Решите с вами тоже сфотографировать, ребята. Поздравляю вас, Гран-при Московского фестиваля Путину Владимиру Владимировичу. И очень просим Владимировичу Путину избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Спасибо, благодарим вас. Вы наши звезды. Восхищаемся вашим гением. Спасибо. Наша Россия, наш президент, ваша права и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем. Вот они, наши легенды российского кинематографа, звезды мирового российского кинематографа, поддержали наше выдвижение на пост президента России, предстоящую триумфальную победу на выборах Владимира Владимировича Путина и Гран-при Московского кинофестиваля Путина
Владимиру Владимировичу, Александру Марию Владимировну, Владимиру Владимировичу, Иисусу Михаилу Владимировичу, Владимиру Владимировну, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу, Дмитрию Андреевичу Медведеву, Сухану Владимирову, Медведевичу Медведеву, Стеллочка, поздравляю тебя. Мы были на Московском международном кинофестивале, засняли церемонию открытия Московского международного кинофестиваля и на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» и в Доме кино. Вот, засняли всех звезд мирового кинематографа, российских и зарубежных. Вот, и все очень просим со всеми участниками Московского международного кинофестиваля. Все поддержали, и мы, Нестеров Метлицкий, поддержали гран-при Московского, высшей награды Московского кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустиным, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Беглову, героям армии ВВД, ФСБ, полиции России и лучшем мире. Вчера была трансляция, выдающаяся выступление Владимира Владимировича Путина, день парламентаризма, 115 лет дня российского парламентаризма, и Владимир Путин прекрасно поздравил с днем российского парламентаризма и самым главным праздником, Стеллочка, смотри в объектив, и самым главным праздником с днем Великой Победы. Вот, мы очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года и все высшие награды всех стран континента Московского гран-при фестиваля Путина, Мишустина, Медведева, Колокольцу, Бортнику, Шойгу, героям армии, ВВД, ФСБ, полиции России и лучшем мире. Стеллочка, поздравляй! Я тебя поздравляю, тоже поздравляй! Стелла, алло! Звук включи! У тебя звук есть, Стелла? Включи звук! Алло! Алло, Стелла, а звук у тебя есть? Включи звук! Стелла! У тебя звук на телефоне надо включить. Включи звук на телефоне. Стелл, алло. Стеллочка, включи звук на телефоне. Вот, включила, молодец. Стелла, я тебя поздравляю, тоже поздравляю. Здравствуйте. Да, спасибо, Леша, и вас тоже. Стеллочка, все кинозвезды, Лена, Дима, Ульяна, Ваня, Серафима, Стелла, Вова, Мила, Вика, мы все поддержали выдвижение инициативы Нестеров Метлицких о выдвижении Владимира Владимировича Путина на пост президента России на выборы 2024 года. Вот. И сейчас Пасха будет вот в эти выходные. Вот. Мы поздравляем тоже с Пасхой Христовой. Стеллочка, поздравляй! И вас тоже поздравляю с Пасхой. Ура! Россия вперед! Наша Россия, наш президент, вооруженными силами России Владимир Путин. Мы, Нестеров Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Алексеевна, Марина Владимировна. Мы со всеми россиянами, со всеми легендами российского международного кинематографа, Михалков, Хатиненков, Меньшов, Милен Диманжо, Жерар Депардье, Жаклин Бисетт. Мы вас очень просим, Владимир Владимирович Путин, избираться на пост президента России на выборы 2024 года. К нам пришли замечательные исторические письма с поддержкой нашей инициативы из Госдумы и Совета Федерации. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Вот. Сейчас вот будет парад Победы. Стелла, я тебя поздравляю. Наша армия, наше вооружение, танки, самолеты, ракеты, разведка, космос, самые лучшие в мире. Тоже поздравляю, Стелла. Кириллу и вам. Спасибо, батюшка. Спасибо, встречаемся. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Голосуй за Владимира Владимировича Путина на выборах 2024 года всегда и на праймере. И партия «Единая Христос, Россия» всегда. Миру, голосуем за победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Голосуем всегда и сегодня. Голоса наши за победу на выборах 2024 года Владимира Путина. Мы, Нестеров Метлицкий, со всеми россиянами дружно и единогласно голоса за вас мы отдаем. Волеизъявление народное. С Владимиром Владимировичем Путиным, с Мишустиным Михаилом Владимировичем, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, с Сергеем Семеновичем Собяниным, Бегловым, Колокольцевым, Бортниковым, Шойгу, Герасимовым, Антоном, Коношенко, Мурашко, здравоохранение России самое лучшее в мире, вакцины российские самые лучшие в мире, все главные задачи нам решать.
честь. И реформы все осуществлять, модернизацию, инновацию осуществлять. С великой, святой, могущественной, процветающей России Владимира Владимировича Путина, Мишустина Михаила Владимировича, Медведева Дмитрия Анатольевича, Сергея Семеновича Собянина, Беглова, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Герасимова, Антона Коношенкова, Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать. Поздравляем вас, все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, ООН, ЮНЕСКО, всех стран, всех континентов, Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне. Ура! Ура! Все, молодцы, Россия, вперед, так держать! Все, ура, победа на века! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право, честь. Награждаю господин президент России, верховный командующий зоны силы России Владимир Путин. Мы вас очень просим избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Ура! И на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Поздравляю, много счастья, здоровья и успехов вам желаю. И от вас наша сила, право и честь. Господин Мирошниченко прекрасно поддержал гран-при Московского кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину. Настоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, все везде, всегда. Уважаемые члены жюри Московского международного кинофестиваля, господин Мирошниченко и мы, Нестор Никитский, поддержали очень со всеми личным составом нашей доблестной, непобедимой, легендарной армии МВД, ФСБ, полиция России в лучшем мире. Мы все очень просим. Поздравляем вас, гран-при Московского кинофестиваля. Владимир Владимирович Путин. Ура, победа! Поздравляем вас, гран-при Московского фестиваля Владимир Владимирович Путин. Please say good words about Moscow Festival. Thank you. Прекрасно, поздравляем вас. Дружеская атмосфера, очень творческая атмосфера. Всех поддержали. Господин Мирошниченко поддержал высшие награды Московского международного кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владимиру Владимировне, Александру Михайловичу Мишустину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Беглову, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Герасимову, Антону Коношенкову, наша Россия, ваша сила, слава и честь. Ура, ура, ура! Слава героям российской армии! Герои российской армии, лучшие в мире, поздравляем вас! Танки, самолеты, ракеты! Ура! Слава героям российской армии! Все высшие награды, гран-при Московского кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путиным, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустиным поддержали все члены московского жюри, все герои легенды мирового кинематографа. Филипп Киркоров, господин Мирошниченко прекрасно поддержал, господин Разводов. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Танки, самолеты, ракеты. Российская армия лучшая в мире, поздравляем. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Герои нашей Родины, Отечества, сыны. Гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна. Слава героям российской армии! Ура! 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 Великая победа России на века! Всем героям ФСБ, МВД и армии родной вас взял на веки служить отчизне, ура, родной! Будем все мы вместе! Да здравствует триумфальный, выдающийся, предстоящая победа на выборах 24-го года Владимира!
Владимировича Путина. Ура! Великая победа! Россия! Наша Россия! Наш президент! Вас, наша сила! Право и честь! Ура, ура, ура! Великая победа! Россия! Наша Россия! Наш президент! Вас, наша сила! Право и честь! Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Слава героям российской армии. Танки, самолеты, ракеты. Лучшие в мире. Поздравляем. Все высшие награды, ордена, медали. Всех стран, всех континентов. Нобелевские премии мира. Гран-при Московского международного кинофестиваля. Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину. Михаилу Владимировичу, Владлетину Владимировичу, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Сусину, Дмитрию Анатольевичу, Медведевичу, Владе Владимировичу, Евгению Медведевичу, Дмитрию Собянину, Державу, Владимиру Шевченко, Разбогу, Толстову, Кутиненко, Филипп Киркоров, Арбамов, Кузьмин, наших. Наш президент, вас наша сила, право и честь. Радости звонкие песни в небе звенят под Москвой. Нашей победы радостной вестью над окрыленной землей. Выдающаяся триумфальная победа на выборах 2024 года Владимира Путина. Слава героям российской армии! Ура! 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 Россия вперед! Ждем Великой Победы! С праздником Великой Победы мы вас поздравляем!
Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Танкисты, летчики, космонавты, разведчики, лучшие в мире. Ура! Радости звонкие песни в небе звенят над Москвой. Нашей победы радостной вестью над окрыленной землей. Триумфальную выдающуюся победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина поддержали все звезды, легенды российского мирового кинематографа, члены жюри, зарубежные отечественные кинозвезды. Ура, ура, ура! Великая победа России на веках! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящай наши песни служить отчизне дорогой. Будем всем им слава героям российской армии. Поддержал ее нетерпение близких, поддержали очень просьбу Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Ура! 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 Поздравляем! Танки, самолеты, ракеты российской армии лучшие в мире! Россия вперед! Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь! Всем героям ФСБ! Планеты всей, российские комплексы, Глава, Кополь, Искандер, надежную охрану российских рубежей и на служение Родине, всех Владимир Владимирович Путин, и Шустин Михаил Владимирович, Медяковский, Федев, Шойгу, Герасимов, Молотов, Бортников, Колокольцев, всех поздравляют на новые подвиги, свершения, всех объединяют. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И было радостное чувство видеть уважаемого господина президента России Верховного, главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина в Кремле на военном параде. Уважаемый Владимир Путин, мы вас очень просим, вечером близкие со всеми героями России, очень со всеми россиянами, очень просим вас избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. России ты мессия, ярчайшая звезда. России ты всесильна, во всем везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина на пост президента России. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни. Будем все мы вместе. Стражи Родины, стоите вы надежно. И предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимировича Путина мы всегда верны. Всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны. Наш Россия, наш президент, вас сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, любимый президент.
Суворов, Валерия, Пушков, Володин, Матвиенко. Все поддержали, и мы, Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ильяна Максимовна, Илан Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Мария Владимировна. Мы все очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Поддержали все звезды, легенды мирового кинематографа. Никита Сергеевич Михалков, Хотиненков, Мельцов, Киркоров, Кузьмин, Харламов, Жерар Депардье, Жаклин Бисет, Елена Диманжо, партия «Единая Россия», «Народный фронт», «Наша Россия», «Наш президент», «Вас наша сила, право и честь». Россия, ты мессия, ярчайшая звезда, Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем, выдающийся триумфальной предстоящей победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. На пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша сила, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, великая победа России на века. Российские танки, самолеты, корабли, подводные лодки. Лучшие в мире, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляю вас, уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин. Все звезды мирового кинематографа, российского мирового кинематографа, и мы, Нестор Метлицкий, поддержали гран-при, все члены жюри, и сегодня господин Мирошниченко, Разлобов поддержали. Все поддержали гран-при, высшие награды Московского международного кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путину, Мишустину, Михаилу Владимировичу. Владимир Владимировна, Александр Михайлович, Алексей Михайлович, Михаил Михайлович Мишустин. Госпожа Михалкова прекрасно поддержала гран-при Московского кинофестиваля и выдвижение на пост президента России на выборы 2024 года и триумфальную выдающую предстоящую победу Владимира Владимировича Путина. Наш Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. России ты всесильна во всем и везде всегда. На небосклоне много красивых ярких звезд. Слава героям российской армии! Гран-при Московского международного кинофестиваля! Героям нашей доблестной непобедимой армии! ФСБ, МВД, Национальной гвардии, Росгвардии России! Танкистам, летчикам, космонавтам, разведчикам! Артиллеристам, танкистам, десантникам. Поддержали все герои генерального штаба на форуме «Армия 2020-2021». Парк Алабино, «Патриот». Наша Россия, наш президент. Вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Московский международный кинофестиваль празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Для мира, для укрепления мира, стабильности, прогресса на планете. Владимир Владимирович Путин прекрасно выступил с посланием Федеральному собранию. И
и на заседании парламента, парламентское заседание в Таврическом дворце, посвященном 115-летию парламентаризма в России. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Голосуй за победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. На выборах 2024 года всегда. Голосуем за предстоящую триумфальную победу на выборах президента России 2024 года. Голосуем всегда и сегодня. Голоса наши за выдающуюся триумфальную победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наши голоса мы за вас отдаем. Волеизъявление народное. С Владимиром Владимировичем Путиным, с Мишустиным Михаилом Владимировичем, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, с Любимовой, Кибовским, все главные, с Пушковым, все главные, Володин, Матвиенко, парламентарии России, самые лучшие в мире, выборы в России, суд России, прокуратура, Следственный комитет России, разведка, космос российская, лучшие в мире, армия России, весь личный состав нашей доблестной непобедимой армии, лучшие в мире. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небо склоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Мишустину Михаилу Владимировичу,
день России, армия России лучше в мире. Ура, победа в ЖК. Россия вперед. Владимир Александр Михайлович, Владимир Михайлович, Михаил Михайлович, Мишустин. Победа в Польшу, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович. Мы всегда верны, всегда во всем. Вернуться можно. Мы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной. Посвящаем наши песни, служить отчизне. И всего самого доброго будем все мы вместе. Стражи Родины, стоите вы надежно. И предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина мы всегда верны, всегда во всем объединяться можно. Мы смелые защитники страны, от России и славы, и блага. Страну родную, защитить Путина, дому, войны, взяли. Ура! Мама! Ура! 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 Великая победа России на века! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе. Страшно больно, стоите вы надежно. И предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович, председателя партии «Единая Россия» Дмитрий Дмитриевич, мы всегда верны, всегда во всем доверяться можно. И смелые защитники страны. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин. Мы не все равны близкие. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Михаил Евгеньевич, Людмила Ренна, Елена Петровна, Юлиан Максимович, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Рафима Медведева, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Скоро Владимир, Татьяна Семенова. Мы выдвинули на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Пакет важнейших исторических документов с инициативой о выдвижении на пост президента России Владимира Владимировича Путина мы вместе Ромикрицки передали во все высшие государственные инстанции, администрацию президента, правительство, Госдуму, Совет Федерации, Центральную избирательную комиссию, партию «Единая Россия», Народный фронт, армия, МВД, ФСБ, полиция России лучшая в мире, Росгвардия России лучшая в мире, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. России ты мессия, ярчайшая звезда, России ты всесильна во всем, везде, всегда. И небосклоны много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем, выдающийся в настоящей триумфальной победе на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. И на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия», Дмитрия Дмитрия Анатольевича, наш президент, на пост главы Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Петрова Александра Дмитриевича. Поддержали все звезды, легенды, весь личный состав нашей доблестной непобедимой армии, МВД, ФСБ, полиция, Росгвардия России, лучшие в мире, все участники военного парада, посвященного Дню Великой Победы. Владимир Владимирович Путин прекрасно поздравил на юбилейном заседании в Таврическом дворце
посвященную 115-летию. Все нормально? Ну ладно, молодец. Маришечка, сегодня было замечательное послание президента России Федеральному собранию Владимира Путина. Вот, это самое лучшее в мире послание. Вот, Владимир Путин ответил на все самые главные вопросы нашего времени. Вот, и мы, министр Митрицкий, со всеми участниками Федерального собрания очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Маришечка, я тебя поздравляю с этим. Вот. Тоже поздравляю, Маришечка. Все, молодец. Все, отлично. Все, Россия вперед. Ну ладно, Маришечка, давай я тебе буду звонить, да? Ну давай, Маришечка. Да, отлично все. Отлично. Вот сейчас я обрабатываю материалы, вот, и выставляю. Ну ладно. Так что все прекрасно. Ну давай, Маришечка, да? Давай, ты яркая кинозвезда, психолог, ждем твоих передач. Давай, Маришечка. Целую, обнимаю. Давай, ага. Давай, пока. Наш президент, вас наша сила, право и честь. Московский международный фестиваль праздничный, торжественный проходит. Владимир Владимирович Путин, президент любимый, всенародный, все делает для счастливой, благополучной и самой лучшей в мире жизни россиян. Для укрепления мира, стабильности на планете, для дружбы и сотрудничества. Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать, Великую и Святой Могущественной процветающей России Владимировича Путина. Мишуська Михаила Владимировича, Медведевича Медведева, Собянника, Львова, Колокольца, Бортника, Шагу, Герасима, Антона Кошенкова. На века слава, ура, ура, ура! Великая победа на века! С наступающим праздником, с днем Великой Победы! С прекрасным